Всем привет, друзья! Сейчас выложил ролики, собрал коллажем, короче. Ну, там такие, значит, фотографии. Сначала парень, шапка-ушанка, маска, потом бабулька в автобусе сидит, такая с канистрой с пластмассовой на ней. А потом фото еще старое там. В общем, касающее масок. Ну, и там прислано лично мне, моим другом, видеоролик, вы его смотрели. Я маску не ношу там и т.д. и т.п. там. Вот. Ну и вставил видеоролик, тоже присылали на WhatsApp. На WhatsApp мне. На WhatsApp. Вот, значит, там мужчина демонстрирует, значит, наливает вот эту маску, нашел, наливает воды, и она, в общем, держится, не проникая туда. То есть, ну, там рассказывают, как, что вы дышите углекислым газом. Так вот, какая тема, хочу сказать. Либо за этот ролик, за то, что вставил, и прилетел мне страйк, нарушение правил YouTube опять. Это уже третий ляп стоит, один остался, и канал, наверное, закроют. Возможно, даже. Как бы, хрен его знает. Ну, и взял, загрузил на другой канал этот ролик и не премьеру назначил, а в 12 часов, что он выйдет. Ну, а сейчас попробую удалить его, если это получится, чтобы, потому что они у меня совмещены, каналы, как бы так. Ну, теперь я убедился, что идет геноцид, короче, что маски вредны. Любой видеосюжет о масках, он блокируется Ютубом. Это мировой заговор получается, да? Как-то так. Ну, в общем, как сказал, так сказал, не знаю. Какая есть дикция у меня речи, хрен с ней. Слушают люди, смотрят. Ну, вот попробуйте такую версию. Налейте сюда воды. Будет она просачиваться или нет, я сейчас сам лично попробую. Если все пройдет, канал этот, как бы ролик, видео, не удалят ничего дальше, то я проведу такую операцию, попробую, значит, сделать такой сюжет и выложить. Всем пока. Подписываемся на мой канал, пишем комментарии.